Специалисты зафиксировали небольшое отклонение 200-метровой телевизионной вышки во Владикавказе. Причиной стал шквалистый ветер, из-за которого боковая рея мачты опустилась на 25 градусов. Кроме того, изменилась погода. Около двух недель воздух прогревался до 35 градусов, из-за чего металл расширился. Однако очередная аварийная ситуация на телевизионной мачте угрозы не представляет. Конструкция не представляет угрозы для близлежащего населения. Единственное, что хочу сказать, что действительно вчера прошел фронт неблагоприятных атмосферных явлений. Информация была уже об этом получена от гидромета в вечерние часы. На данный момент пока сохраняется опасность небольшая того, что может повториться ветер, но тем не менее самый пик уже пройден был вчера вечером. В оперативном порядке прошло совещание руководств государственной телерадиокомпании «Алания», МЧС, Российской телевизионной и радиовещательной сети, а также Комитета по информационным технологиям и массовым коммуникациям. Сейчас телекомпания продолжает свою работу в обычном режиме. И на самом деле сейчас очень важно, чтобы все, в том числе население города, особенно те, кто проживает в непосредственной близости от нашей компании, чтобы никто из них не тревожился о том, что есть хотя бы какие-то опасения. Да, мы продолжаем работать в обычном режиме. На эфире никак это не скажется, потому что ни во время ремонтных работ, которые уже должны начаться в начале следующей недели, никак не повлияет это на качество сигнала.